начался дождь, точнее ливень. Всем привет! Как ваши дела? Как ваше настроение? Как ваш заряд? Вчера в Москве, ну нет, не в Москве, наверное, в мире, в общем, передавали какие-то метеорологические сводки о том, что якобы там сколько-то пятен на солнце, очень сильных, за какой-то большой промежуток времени, а я вчера об этом узнала только вечером и никак не могла понять, почему я полдня просто умирала. Я проснулась, поделала какие-то дела, я хочу спать, я выпила кофе, что-то еще поделала, я опять хочу спать. То есть у меня энергия вчера была просто на нуле. Сегодня мне чуть-чуть полегче, но с учетом того, что вчера было 27 градусов, а сейчас термометр показывает 18 с дождем, голова, конечно, ударяется, что называется, о реале жизни и немножко болит вот тут в затылочной части. Но это ладно, это ничего страшного, поэтому я иду поднимать себе настроение тренировкой, потом хочу завалиться, полежать в сауну, поднять свой природный уровень гормона радости. Фух, пойдемте, пока дождь чуть-чуть приостановился, может быть, я успею проскочить. А если что, вот сюда вот внимание не обращайте. Это я за чашкой потянулась за кофе, открыла, значит, створку, короче, шкафчик открыла, створку вот этого вот ящика. Чего-то меня кто-то отвлек, я такая, да-да-да-да, и головой. Все окей. Нормально, живем, все живы, спокойно. Небольшая встряска мозгу не повредит, я надеюсь. Хочу с вами поделиться еще одной своей покупкой для дома. Возвращалась с зала, зашла на Валберес. Это вот такие вот два золотые подноса, очень красивых. Я распакую и вам покажу. Один побольше,
а второй вот такой вот поменьше. Я очень давно хочу организовать, как-то поменять свою зону на туалетном столике, потому что сейчас пойдемте, я вам покажу даже. Тут полнейший бедлам. Вот это зеркало я хочу тоже заменить. Видите, ему прям уже очень плохо. Лампу вот эту отсюда тоже нужно убрать. Я ей в последнее время не пользуюсь. И вот эти вот все какие-то мои витамины, крема, еще что-то. В общем, хочу здесь организовать красивую зону, поэтому подносы, мне кажется, сюда очень классно впишутся. И давайте с вами попробуем навести красоту быстренько. Смотрите, как классно получилось. Мне очень нравится. На вот это зеркало я его заменю. И хочу поставить тоже что-то в золотом обрамлении, чтобы все сочеталось. И вот эту вот штуку отсюда тоже она уберется. И будет совсем хорошо. Очень классно, потому что поверхность белая. И, короче говоря, очень легко царапается. И когда вы ставите какие-то, знаете, такие свои штучки на какую-то вот такую подставку, это красиво. И мебель защищает. И красиво, и полезно. У меня здесь мист от Victoria's Secret, который надо уже там вот прям чуть-чуть осталось, его надо добрызгать, витамины, крем для рук, потому что руки у меня сохнут постоянно, духи какие-то, которыми я чаще всего пользую, и бальзам для губ, гидролат, потому что сейчас жарко, душно, коже требуется дополнительное увлажнение, и сыворотка просто, с которой я массаж делаю, и резинка, которой я чаще всего закалываю волосы дома. Мне очень понравилось. Кстати говоря, маленький поднос я вот применила вот сюда. На лампу не обращайте внимания, на улице темнота и дождь. Маленький поднос я поставила вот сюда. Тоже мне очень, мне кажется, классно он вписался в интерьер. Тут у меня стоит еще фотоальбом, и вот с этими золотыми буквами классно перекликается. Вообще, мне очень нравится вот эта полка. У меня, знаете, вот это вот... вообще, в принципе, вот этот угол, он исключительно носит декоративный характер. Я периодически здесь что-то переставляю, но как-то, знаете, прям так вот этот золотой цвет, он оживил пространство. В общем, я довольна. Оставлю вам артикул и ссылку на этот поднос в описании. Вдруг кому-то будет очень полезно. Потому что вещь очень крутая, функциональная, красивая. И, опять-таки, отличный вариант подарка кому-то близкому, подруге, себе. Неважно. Так, за окном все темнее и темнее. Хотя после обеда обещали, что немножко распогодится. Но нет. Я зажгла свои лампочки, сейчас хочу зажечь свечи, дать себе такую рабочую атмосферу. И знаете, я о чем недавно вообще подумала и на какой мысли я себя поймала? Все вокруг нас постоянно говорят, что нам делать, из разряда того, что вот выработайте у себя вот эти привычки, и ваша жизнь изменится. Об этом говорят все, включая меня. Грубо говоря, бег с утра, допустим, да, утрирую, просто привожу как пример. Бег с утра сделает вас здоровее, сделает вас стройнее и так далее. Вот, допустим, привычка выкуривать сигарету за кофе на голодный желудок с утра. Это плохая привычка. Кто не задается вопросом о том, как правильно перепрограммировать свой мозг? Потому что если вы годами придерживаетесь какого-то образа жизни, неправильного питания или еще чего-то, чего угодно, вам очень тяжело будет свою жизнь, ну, грубо говоря, вот так вот перестроить. Когда я длительное время по какой-то определенной причине не могу посещать, допустим, спорт, или вот когда я болела, мне нельзя было нагружать себя, мне были запрещены физические нагрузки, мое тело изнывало, потому что я к этому привыкла, потому что с детства у меня вырабатывалась такая привычка, и свою жизнь без какой-то физической активности я просто не представляю. А есть человек, который абсолютно противоположный мне, которому очень тяжело дается спорт, для которого там даже элементарная какая-то зарядка пятиминутная с утра, это уже проблема. Поэтому здесь я просто хочу вам сказать, никогда не насилуйте свой организм. Никогда не заставляйте делать себя что-то через силу, потому что образ жизни и привычки вообще в целом менять свою жизнь по каким-то маленьким шажкам — это очень тяжело. Я уже не говорю о каком-то большом вот этом вот конкретном изменении, когда вы реально начинаете видеть результат. В любом случае, любое наше действие, любое наше событие в жизни, наш образ жизни — это результат наших каких-то вот этих вот прям супер маленьких изменений, которые мы можем оценить уже через какое-то время, масштабируясь. И там вот, грубо говоря, да, я за год не могу себя поймать на каком-то конкретном примере, когда у меня что-то кардинально в жизни поменялось, но если это как-то масштабировать и сравнить меня сейчас со мной год назад или полтора года назад, то вот здесь вот уже как раз
разница огромная, потому что, ну, грубо говоря, знаете, это когда вот дети, раз, не успеешь оглянуться, а младенец, ему уже годик, он уже там говорить учится, уже учится ходить и так далее, а вот когда это происходит у вас на глазах, прям вот ежедневно вы не видите каких-то больших изменений. Вы результат можете оценить спустя только какой-то промежуток времени. Поэтому, чтобы грамотно включить в свою жизнь какие-то привычки, которые объективно смогут улучшить вашу жизнь, нужно приложить достаточное количество усилий. Мы рабы своих привычек. Вся наша рутина строится из привычек. И я, как вы знаете, не делю в целом никогда никакие аспекты, ни еду, ни привычки, ни образ жизни на хороший или плохой. Суть в том, какие эмоции вы получаете при совершении тех или иных действий. Как ни крути, наша жизнь целиком состоит из эмоций. Мы, возможно, даже, не побоюсь этого слова, рабы своих эмоций, как бы мы ни старались все это дело контролировать, но так или иначе мы очень сильно зависимы от нашего эмоционального спектра. Все в нашей жизни на этом подвязано. Когда мы встречаемся с каким-то человеком или скучаем по какому-то человеку, мы скучаем по тому ощущению, которое мы испытывали рядом с ним, по тем эмоциям, которые он нам дарил. Когда мы хотим или мечтаем о какой-то вещи, или вот у нас есть какая-то мечта, допустим, да, хотите вы себе подарить там хорошую машину, или купить квартиру, или там, не знаю, сумку, украшения, все что угодно, вы мечтаете не о какой-то конкретной вещи, то есть, грубо говоря, вот я хочу вот эту машину, чтобы что? Чтобы на ней ездить, чтобы она у меня стояла под домом, я ей любовалась, вы себя сразу как-то начинаете представлять как обладателя этой машины, что вы почувствуете? Вы почувствуете себя удовлетворенным, вы почувствуете себя комфортно, вы почувствуете себя таким, как будто бы вот я с машиной, то есть вы в любом случае получаете не просто какую-то вещь, вы получаете эмоции. Купите вы какую-то там, допустим, дорогую сумку или дорогую какую-то брендовую вещь, о которой вы давно мечтали. Это не просто вещь, которая будет стоять у вас на пьедестале в гардеробе или вот где-то в вашем доме, на которую вы будете любоваться. Нет, вы сразу понимаете о том, что, возможно, вы будете чувствовать себя более успешным, потому что вы смогли себе это позволить. Вы будете чувствовать такую, вы знаете, идете вы по улице, и все там обращают внимание на то, какая у вас там красивая одежда или красивая сумка. Поэтому прежде чем бросаться в омут с головой и говорить: все, вот сегодня я отказываюсь от всех вредных привычек, завтра я встаю в 6, там, в 7 утра, бегу пробежку, делаю зарядку, иду на спорт, питаюсь только зеленой пищей, все, никакого там глютена, лактозы, сахарозы, вообще ничего, я капитально меняю свою жизнь. Прежде всего подумайте, что вы при этом будете ощущать. Вы уже привыкли. Повторюсь, опять-таки, вы привыкли к тому образу жизни, в котором вы живете. И если вы выпиваете, ну, пресловутую, да, будем оставаться в рамках этого примера, пресловутую чашку кофе натощак, и она дарит вам какое-то, я не знаю, это ваш маленький ритуал по пробуждению, то, скорее всего, если вы просто возьмете, замените это кофе на стакан воды с лимоном, вы не получите тех же эмоций, потому что ваш мозг, ну, он начнет понимать, что что-то не то, потому что вот это то действие, которое дарило нам вот эту эмоциональность, оно нарушено, оно изменено, а значит, тех эмоций мы не получим. Поэтому прежде всего вы должны для себя понять, что, допустим, я хочу изменить свои пищевые привычки, я хочу изменить свой образ жизни. Для чего? Для чего вам это делать, если вам и так комфортно в своем теле? Вы прежде всего должны для себя сделать определенного рода мотивацию. Я хочу отказаться, ну, грубо говоря, там, от добавленного сахара. Почему? Потому что я хочу похудеть, это не причина. Девчонки, похудение — это не причина. Вы хотите отказаться там от добавленного сахара, потому что вы хотите сделать свой организм здоровее, потому что вы объективно понимаете, что это наносит какой-то вам определенный урон. И опять-таки, что значит отказаться от добавленного сахара? Это не значит, что вы себе запрещаете абсолютно все. Это не значит, что вы в жизни до конца своих дней больше не позволите себе ни одного бургера, ни одной конфетки, ни одной сушенки, ни одного ничего. Нет. Вы стараетесь просто это немножко минимизировать, чтобы сделать свою вот эту вот повседневность, свой образ жизни немножко, ну, сбалансированней, грамотней, полезней. Для чего вы хотите начать там, грубо говоря, бегать по утрам? Для того, чтобы какой-то вот человек сказал вам о том, что вашему организму станет так лучше, потому что кто-то сказал, что так вы будете себя чувствовать здоровее? Нет. Любые изменения в нашей жизни должны происходить исключительно для себя, и мотивация
должна идти от вас, от самих себя. Зачем вы это делаете? Почему вы это делаете? Для чего вы это делаете? Для себя прежде всего. Наша привычная рутина — это наша зона комфорта. Нам в ней невероятно здорово. Мы можем быть ей не совсем удовлетворены в том плане, что вот, да, я там работаю на такой-то работе, она мне не нравится, у меня маленькая зарплата, но при этом я не шибко-то что-то делаю, чтобы как-то эту ситуацию поменять. Я не хочу развиваться, я не хочу как бы искать другую работу, я считаю, что все бессмысленно. То есть заранее как бы вы обрекаете себя на неудачу, потому что как ни крути, вы все еще находитесь в зоне комфорта. Вам в ней не совсем удовлетворительно, но то, что там за этой зоной комфорта, там, что там будет с вами на новой работе, что с вами будет, если вы начнете получать новые навыки, что с вами будет, если вы в целом хоть немножко измените вот эту свою повседневность, вы не знаете. Поэтому, мне кажется, опять-таки, в нашем мире очень такой маленький процент людей, которые по-настоящему могут назвать себя счастливыми. Потому что что такое счастье? Это очень эфемерное понятие. Мы ждем счастья как какого-то невероятного всплеска эндорфинов, что вот мы раз и в один момент почувствуем себя как-то абсолютно по-иному, как-то абсолютно мы резко станем довольны всем на этом свете, а такого никогда не произойдет. Всегда будут какие-то внешние факторы, которые вам будут мешать. Особенно в наше неспокойное время, когда 22-й год и 23-й год уже очень много чего нам показал, что вот так вот ситуация меняется, и мы на нее абсолютно никаким образом повлиять не можем. И тем не менее, в этой реальности мы учим радоваться мелочам. Мы учимся радоваться хорошей погоде, вкусному завтраку, тем, что ваша семья находится вместе с вами, в том, что у вас есть друзья, в том, что вы сдали какие-то экзамены, что вы где-то просто, я не знаю, посмотрели какой-то интересный фильм, что вы погладили кошку свою дома и получили от нее какую-то дозу любви. Вы учитесь радоваться мелочам. В этом заключается наше счастье. В маленьких таких вещах, которые наполняют нашу жизнь. Если вы спросите меня конкретно, кто-то может мне сказать: Настя, ты молодая, ты ничего не понимаешь. Но опять-таки, что-то да я понимаю. Все-таки как-то я на этом свете живу. И если вы меня спросите, в чем, по-моему, смысл жизни в том, чтобы наполнить себя хорошими воспоминаниями. Приходим в этот мир ни с чем, и ни с чем мы отсюда уйдем. Мы не возьмем с собой абсолютно ни одной материальной вещи. Мы можем взять с собой только воспоминания. Воспоминания о том, на что мы потратили нашу жизнь, как мы ее прожили. И если вам будет 70 лет, я недавно ходила гулять с подругой, такой был очень милый момент, я перехожу дорогу, и со мной на пешеходном переходе, вот здесь вот прямо у нас в парке, где я загораю, стоит дедушка такой уже прям пожилой, с внуком, ну, мальчику лет 5-6, наверное, он с самокатом, вот, мальчик несется вперед, а мужчина на меня вот так вот смотрит, знаете, просто, ну, не... Господи, непрерывно. И мы переходим вместе дорогу, а я иду в наушниках и вижу, что он что-то говорит в мою сторону, я выключаю музыку, и он мне говорит: девушка, какая вы красивая, вы сегодня как бы вот, ну, сделали мой день. И я обратила внимание на ваши джинсы, а я, знаете, была в таких джинсах из Зары, они такие немножко клёш, и он такой: вот так напомнили мне мою молодость. Он говорит, вот в 60-е эти джинсы были очень модны, что-то рассказывает мне, я ему улыбаюсь, отвечаю, очень мило. И там мужчина, то есть там без какого-то подтекста он просто со мной заговорил, и он на меня так смотрит, говорит, вот смотрю я на вас и думаю, как прекрасна молодость, цените это время, потому что не успеете оглянуться, а вам уже раз и за 70. И очень важно, чтобы в эти 70 вам было что вспомнить. И меня этот разговор так растрогал, настолько жизненная позиция, настолько это правда, что... Не знаю, я даже вот на консультациях иногда с девочками, с клиентами разбираю какие-то эмоциональные аспекты, и мне тоже говорят, слушай, вот это вот было, а ведь время уже прошло, очень там много времени прошло, а этот момент какой-то триггерный, он меня до сих пор вот как-то трогает, а времени-то прошло уже много, я говорю, да, я вообще в шоке с того, что я уже сколько, 5-6 лет назад закончила школу, что я уже год назад закончила институт, время летит вот так вот, и некоторые события я даже не могу вспомнить, я помню какое-то определенное событие, но я не могу вспомнить, в какой конкретный год это произошло. Я не могу вспомнить, то есть, ну, как-то, знаете, это все смазывается в такую какую-то фотопленку воспоминаний в моей голове, и очень важно, чтобы эта фотопленка была наполненной, и была наполнена счастливыми моментами, яркими моментами, потому что даже в какие-то вот пасмурные, действительно, какие-то тяжелые дни
вы все равно учитесь радоваться мелочам. Человек не может по-другому, иначе мы просто не выживем. Человек — это такое создание, просто, мне кажется, невероятно поразительное. Он приспосабливается ко всему, абсолютно ко всему. Мы это обычно с девочками на консультациях разбираем в рамках колоража, что там много едим, мало едим, организм приспосабливается. То же самое происходит и с нашей жизнью в целом. Поэтому для меня смысл жизни — это как можно ярче прожить свою жизнь. Ярче не в том плане, что пробуйте все, что можно, там вообще ведите какой-то вот, ну, чтобы все успеть попробовать. Нет. Наполнить свою жизнь в том плане какими-то приятными вещами. Не тратьте свою жизнь на нелюбимое занятие, не тратьте свою жизнь на людей, которые вас не ценят, потому что потом, когда вы будете оглядываться назад, если вы поймете, что, ну, у вас появится вот это чувство сожаления, что вы немножко не так прожили, как бы вам хотелось. Не в том плане, что вот я хочу полететь в космос, а я вот не полетела, но я думаю, вы понимаете, о чем я. Чтобы ваша жизнь была наполнена позитивными моментами, это очень важно. И опять-таки, это наши эмоции. Единственное, что мы сохраняем, наши воспоминания, наши маленькие какие-то радости, они связаны с нашими эмоциями. Поэтому, возвращаясь к вопросу о теме привычек, выработайте у себя такое правило, что если вы хотите изменить свою жизнь, какие-то новые привычки внедрить, там, ну, грубо говоря, элементарно какую-то зарядку по утрам, да, вот, ну, самое такое вот, что раньше я пресс качала, сейчас у меня МФР, я это как-то всегда стараюсь менять, чтобы мне не надоедало. Всегда старайтесь видеть в этом нечто большее. То есть я делаю зарядку не потому, что мне нужно сделать зарядку. Я делаю зарядку, потому что мне нравится то, как я себя ощущаю после этого. Мне нравится, что мое тело наполняет легкость. Мне нравится, что вот я чувствую себя какой-то такой размявшейся. Тем более я человек, у которого есть проблемы с отеками. У меня это генетическое. Я действительно склонна к отекам. И вот эта зарядка, она помогает мне проснуться, пробудиться. Я вижу, что это улучшает мое эмоциональное настроение. Я вижу, что это улучшает мою физическую форму, в том плане, что какие-то вот где-то триггерные точки отпускаются, лицо расслабляется, тело расслабляется, и сразу как-то вот и выглядишь получше. И вот, ну, я делаю это для этого. Бывают какие-то моменты, особенно когда, допустим, я снимала неделю своего питания, когда я прям подряд вам показывала 5 дней своей жизни, что я делаю эту зарядку, опять-таки, да, встать просто с утра, расстелить коврик и сделать зарядку, это один момент. Когда ты это делаешь для ролика, это немножко другое, потому что ты все равно ищешь какой-то ракурс, ну, то, что всем хочется выглядеть немножко получше, чтобы мы в кадре там выглядели, там, ну, знаете, не в какой-то нелепой позе, а чтобы это хотя бы смотрелось гармонично, эстетично, потому что вам в первую очередь приятно смотреть на такую картинку. И тут уже немножко идет такая, ну, скажем, коммерческая жилка, просто чтобы сделать картинку, которая вам понравилась. И вот это меня немножко напрягает. И когда я 5 дней подряд снимала это, потом 2 дня я вообще не трогала МФР, потому что, ну, я устала, мне надоело. Я отдохнула, я себя не заставляла, я себя не ругала о том, что вот я встаю, ничего не делаю. Нет, я отдыхала. Потом я переварила это, отпустила, и снова со спокойной душой начинаю делать эту зарядку. Иногда я делаю МФР, иногда я делаю просто какой-то комплекс базовых упражнений, иногда я просто пресс качаю. Помните мой ленивый пресс на кровати, с чего все начиналось? До сих пор очень актуальная тема, потрясающая. Просто проснулись, потянулись, одеяло откинули, пресс покачали, потянулись вправо-влево, уже чувствуете себя гораздо бодрее. Итог моей длиннющей тирады, опять на философские темы, того, что прежде всего делайте так, как вам комфортно. Меняйте свой образ жизни только тогда, когда вы понимаете, что вам это необходимо, что вы видите в этом смысл, и что вот то, что происходит на данный момент, вам некомфортно. Никогда не начинайте менять свою жизнь супер резко, что вы супер отказываетесь от вредной еды, что вы сразу же там записываетесь в спортзал, начинаете потом, не знаю, 4-5 тренировок в неделю. Нет, выработайте для себя такой образ жизни, который будет вам комфортен на протяжении длительного времени. Опять-таки, когда ко мне приходят девочки на ведение, на консультации, мы с ними вопрос этот обсуждаем, и когда вот я слышу о том, что я там каждый день нахаживаю 20 тысяч шагов, занимаюсь 5 раз в зале, ем там на 1400 калорий, я худею, и все хорошо, а тут вот у меня случилось то, что вот этот график нарушился, я сразу начинаю набирать, я говорю, ну, конечно, потому что уровень-то физической активности снижается, трата калорий снижается, и, естественно,
организм начинает адаптироваться уже к новым реалиям. Поэтому нам очень важно выработать для себя такой образ жизни, чтобы вы могли поддерживать его на протяжении всей жизни. То есть мы не сидим на диетах, мы не усиленно занимаемся спортом. Если вы хотите внедрить свою жизнь в спорт, то внедрите хотя бы элементарно какую-то, вот опять-таки, зарядку и какую-нибудь там, не знаю, 1-2 тренировки в неделю. Это может быть все что угодно. Зал, бассейн, пилатес, танцы, TRX, стрейчинг, все что угодно. Любую активность. Хотите вы нахаживать шаги? Не задавайтесь целью нахаживать там каждый день по 10, по 15 тысяч шагов. Если вы там 2-3 раза в неделю выберетесь погулять, извините, у нас такая реальность, мы работаем, учимся, не у всех есть возможность даже там, как бы при условии, что я, как бы, да, работаю на фрилансе, у меня есть возможность там сразу, когда мне нужно сделать перерыв и выйти куда-то, находить шаги, иногда просто не хочется. Мы не можем себя подгонять, то есть мы не роботы, мы не можем выполнять какие-то определенные функции ежедневно, постоянно. Поэтому если вы взялись за себя и хотите увеличить свою физическую активность, начните с малого. Хотите, не знаю, просыпаться раньше, не заводите будильник сразу на 7 утра, заведите будильник, там, не знаю, на 15-20 минут раньше, чем вы встаете обычно. Внедряйте чуть-чуть, помаленьку. Задались вы вопросом последить за своим водным балансом. Не ставьте рядом с собой 5-литровую бутылку воды, вы не выпьете ее за день. Начните просто элементарно с какого-нибудь маленького стакана воды перед приемами пищи. Делайте постепенно. Наш организм адаптируется постепенно. Никто из нас не любит резких изменений. Повторюсь, наша рутина — это наша зона комфорта. И ее нужно менять очень грамотно и очень постепенно, чтобы вот чувствовать себя в порядке. Вот так вот. Напишите, что думаете об этом в комментариях, насколько вам откликнулось то, что я вам тут наговорила. Надеюсь, получилось не очень сумбурно, но вы знаете, до меня находят такие минутки откровения, и я надеюсь, что я вас немножко мотивирую все-таки прежде всего сохранять свой собственный комфорт и меняться только ради себя, для себя, и чувствовать себя хорошо, потому что это самое главное, чтобы вы были счастливы и чувствовали себя хорошо. В личных встречах у нас с вами их всего будет две, давать, конечно, больше практики. Добрый вечер, да, всех вижу, кто со мной здоровается. Очень хочется давать вам побольше практики. Анастасия и Лилия, включайте камеры и звук. Зачем мы смотрим? Зачем мы смотрим? Мы смотрим за терапевтом, за его интервенциями и за клиентом. Как клиент реагирует на интервенции терапевта. Потом будем с вами анализировать сессию. Что было хорошо для клиента? Что было хорошо для клиента? Да, мы будем экологичной группой. Вот скажите, какие у вас эмоции вызывает в целом моя история и, возможно, понимание того, что... Вообще, есть ли у вас понимание того, что вы в своей проблеме не одиноки? То есть проблемы РПП у женщин — это, наверное, одна из самых распространенных проблем по части психологии. Мне вообще очень печально слышать такие вещи. Очень, правда, грустно, что так происходит. Ну, понятно, что не только с девушками, но... Внешне, пока Мария Юрьевна подключается, внешне вы выглядели очень устойчиво. Замену, там, рацион и вот по конкретным предложениям. Поэтому для меня вот такой самый главный инсайт, я бы вот тоже, как вот вы предупредили, что давайте больше в эмоции. Вот я тут же для себя сказала, ну, я бы сейчас тоже пошла бы спрашивать. У меня просто куча эмоций, вы не представляете. Так, это я красная такая, или свет так падает. У меня был первый вебинар, вебинар именно с преподавателем по программе, да, психолог-консультант по расстройствам пищевого поведения, и были вызваны, скажем так, добровольцы, кто хотел, а вы знаете, что я всегда за практику, практика — это в целом то, это, ну, практика есть практика, потому что очень мало знать теорию, на практике, как правило, всегда все по-другому, и искали, да, как бы, ну, людей, которые смогли бы вот разыграть такое некое подобие сеанс терапии, клиент-терапевт. Вот я выступала, наверное, как вы поняли, в роли терапевта, и была девушка тоже с как раз-таки компульсивным перееданием, очень
очень полезные инсайты я подчерпнула от лектора, да, от наставника, который сегодня был, от практикующего психолога. Я очень, ну, прям, не знаю, как-то мне откликнулось, что меня похвалили. Сказали, что я очень спокойно веду себя с клиентом, то есть как бы моя уверенность внушает уверенность в клиента, потому что, ну, как правило, согласитесь, когда вы куда-то приходите, и человек напротив вас тоже как-то, знаете, ну, волнуется, как-то очень активно проявляет, скажем так, свой эмоциональный фон, тоже как-то немножко дискомфортно, потому что когда люди, особенно с расстройством пищевого поведения, приходят к специалисту, очень важно, ну, видеть перед собой уверенного человека, который знает, как с этим работать, и, возможно, мой опыт личный, опыт клиентов, с которыми я работаю, и даже когда ко мне приходят девчонки просто вот как к нутрициологу, мы все равно прорабатываем эмоциональный фон, и мне кажется, что именно поэтому у моих девочек такие результаты, что вот, ну, буквально мы справляемся, прям вот прорабатываем этот момент. Поэтому, ой, слушайте, вообще просто... Правда, я вот на эмоциях, на бешеных, я... Очень важно работать с живыми людьми. Вообще, в целом, когда ты работаешь с живыми людьми, вот эти вот живые эмоции... Ой, всё, у меня нет слов. Завершать это видео. Я сижу, доделываю последние дела по работе, которые у меня на сегодня запланированы мной же проверены. Сам план написал, сам выполнил. Сегодня был очень продуктивный, очень классный день, и очень много эмоций он мне принес, и я надеюсь, что я поделилась в очередной раз какой-то своей дозой позитива, какими-то своими определенными инсайтами, что-то вам из моих слов откликнулось, и я в очередной раз хочу вас поблагодарить за то, что у меня есть этот канал, у меня есть возможность общаться с вами, потому что для меня очень важно то, что свои какие-то вот такие эмоции, маленькие шажочки на пути к какому-то своему собственному совершенствованию я могу разделить с вами, возможно, замотивировать вас развиваться в каких-то своих направлениях, которые близки вам, но... Каждый раз, когда мы занимаемся тем, что нам нравится, когда мы понимаем, что мы в этом прокачиваемся, девчонки, это такая отдача, это такой эмоциональный заряд, это такая мотивация, это вот, ну, действительно, ты себя чувствуешь, как будто бы в тебя влили какую-то бешеную дозу кофеина, вкачали энергию, зарядили полную батарейку, все, пошли метафоры. Это действительно заряжает, это потрясающе, и никогда не бросайте дела, которые вам нравятся, никогда ни в коем случае не опускайте руки, если у вас что-то не получается с первого раза, потому что очень важно учиться, очень важно совершенствоваться, и очень важно оставаться стойкими и крепкими вот на этом пути к цели к своей. Потому что когда вы понимаете, что вы к ней приближаетесь, вы действительно где-то становитесь лучше, умнее, что-то новое узнаете, просто, ну, вы элементарно развиваетесь, это очень здоровское ощущение. И в очередной раз говорю вам о том, что я не заваливаю ни свой канал, ни шорцы, ни Инстаграм, вообще ничего каким-то вот этим вот типа профессиональным, экспертным мнением, потому что мне кажется, что... Вот эту вот свою экспертность, которую люди выставляют, ее очень много, правда. Это сугубо дело индивидуальное каждого, да, как вести свой блог, но в очередной раз повторяю, что мой блог — это я сама, и мне кажется, гораздо лучше, когда вы видите, что я сама делаю для своего развития, как я сама питаюсь, там, чему я учусь и так далее, и мое отношение к этому, потому что вот эти эмоции, они не поддельные. И девочкам всегда на консультациях мы с ними тоже прорабатываем эмоции, и поэтому у них есть результат. Потому что, ну, как правило, все идет из нашей головы. И это очень здорово. В очередной раз вам говорю спасибо за то, что вы есть. Вы потрясающая аудитория. Я просто вот
Я не знаю, какие звезды на каком небе сошлись за то, что у меня появился этот канал, за то, что у меня появились вы. И просто, как всегда, в каждом своем ролике ловите от меня бумеранг добра. Помню, что в атмосферу вокруг нас мы посылаемся только самое позитивное. Все негативное мы оставляем карме, она с этим превосходно справляется. Я вас безумно люблю, не скучайте, мы увидимся с вами совсем-совсем скоро. Всего лишь в новом ролике, который выйдет совсем-совсем быстро. Вы даже не успеете соскучиться. Люблю вас просто безумно. Пока-пока.